Ну, задайте, да. Маленький, да. А, да, супер, супер, спасибо вам большое. Вожделение побеждается аскезой, аскетизмом. Причем не обязательно по отношению к этому объекту. Допустим, у вас есть вредная привычка, вы пьете. Не надо бросать пить. Надо совершать аскезы по поводу того, что вы можете делать. Например, скажите себе, буду вставать раньше на полчаса и просто чуть-чуть молиться. Если вы это стабильно будете делать, то вы уже приблизились к победе чуть-чуть. Дальше берите на себя другой обет, который вы можете выполнить. Не надо бросать пить, даже не помышляйте об этом думать. Потому что спиртное – это не просто бутылка, это веселящий дух. Это сила, которая заставляет человека жить под его присмотром. Когда человек пьет, он променивает счастье на свободу. Человек получает, когда выпивает, счастье, а что теряет? Свободу. Он перестает быть свободным. В чем заключается рабство? Когда человек выпивает, чей он раб? Веселящего духа он раб. Раб бутылки. Не раб лампы, раб бутылки. Так вот, знаете, что человек, который выпивает, он лишается возможности быть счастливым без спиртного. Чем дальше он пьет, тем меньше шансов у него просто получить ощущение счастья, если он не выпивает. Так зависимость постепенно увеличивается. И выход из нее такой. Не надо думать о том, что я бросаю. Потому что хоть позитивные мысли о бутылке, хоть негативные мысли о бутылке привязывают к бутылке. Понятна система? Первое, что человек, который хочет бросить пить, должен понять. Я не бросаю. Не бросаю. Как пил, так и пью. Все нормально. Но начинаю менять свою жизнь. Первое, что я делаю, я начинаю совершать аскезы. Самый лучший аскез – это молитва. Вставать пораньше и молиться. Каждый день. Хотя бы 15 минут, хотя бы 5 минут. Человек должен дать себе такой обет и держать его со всей силы. Так как это с бутылкой не связано непосредственно, поэтому проблем нет. Встаем, молимся 5 минут. Все, бутылка отодвигается. Следующая аскеза, допустим, ложиться тоже пораньше. Следующая аскеза, делать зарядку каждый день и так далее. Человек постепенно вводит в свою жизнь определенные вещи, которые он делает. И потом в какой-то момент он вот так раз и бросает, у него вообще никаких проблем нет. Когда его сила внутреннего аскетизма становится сильнее духа, дух сам отваливается. Но я знаю еще один способ, как сделать так, чтобы бросить пить вообще без напряжения. Внимательно слушайте лекции о том, как правильно жить, и слушайте духовную музыку. Придет время, и вам просто, вы даже забудете, что вам надо выпивать. Просто знание вытеснит невежество из вашего сердца, и все. Поднимите руку, кто вот так произошло в жизни, что он забыл, что надо выпивать, и просто не тянет больше. Вот, пожалуйста, смотрите в зале. А у кого так произошло с куревом, поднимите руку. Видите, все очень просто. Знание побеждает невежество. Есть такая молитва ведическая. Молитва, дающая знание о том, что побеждает и как. Читаю молитву. Ну, чтобы немножко переключить вас. Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мритюрмама мритамгамая. Ом. Ом означает победа. Победа приходит. Асато ма садга моя. Сад означает вечность. Означает знание. Означает вечность. Если человек чувствует, что живет бесполезной жизнью, если он чувствует, что жизнь его проходит зря, нет счастья, он приходит домой, переключает каналы телевизора, чтобы как-то отвлечься, ему надо что-то куда-то развлечься, поехать, у него жизнь скучная, несчастная, тупая.
Это побеждается с помощью веры. Сад означает приближение к вечности. Когда человек приближается к Богу, тогда скука в сердце пропадает, сердце наполняется радостью, вот как женщина говорила, счастьем бесконечным. И это никогда не заканчивается в жизни. Тамасо манджотиль гамая. Тамасо означает тьма. Человек ничего не знает. Он живет как свинья, простите за выражение. У него нет в жизни правил никаких, принципов, совести. Он не знает, что можно кушать, что нельзя. Он не знает, что такое честное отношение в семье. Он не знает, как правильно жить. Ничего вообще о жизни не знает. Джотир означает свет. Свет и знание с санскрита переводится одинаково. Одно и то же слово. Знайте, что знание просветляет человека. Он становится трезвым, на мир по-другому смотрит. Он смотрит на жизнь и думает: «Господи, почему же я это раньше не замечал?» Он над людей по-другому смотрит. Он видит все другими глазами. Глазами знания, они дают человеку очень много возможностей в жизни. Раскрывается мир по-другому у человека, который обладает знанием. Если вы во тьме живете, а во тьме означает ругань, страдания сплошные, нет счастья, нет проблеска в жизни, вам не хватает знания. Мритюр мам амритам гамая. Мритюр означает смерть. Если смерть пришла в ваш дом или в вашу жизнь, если вы на пороге смерти, если кто-то ушел из жизни, близкий, знайте, что вам не хватает только вкуса. Амрита означает вкус. Но это не простой вкус, это вкус к любви к Богу. У вас нет вкуса любви. У вас нет вкуса святости. Вы не знаете, что такое чистота молитвы. Вы не знаете, что такое вот это счастье, блаженство, когда ты побеждаешь судьбу с помощью молитвы. Вы не знаете, что такое духовное блаженство. Если вы узнаете об этом, страх смерти и сама смерть отступает от человека. Нет смерти. Вы говорите: у меня умер близкий человек. Если вы почувствуете вот это блаженство молитвы, вы не будете чувствовать его, что он умер. Он придет в вашу жизнь как живой. Вы будете чувствовать связь с этим человеком вечную. И сам человек, когда он в блаженстве молитвы находится, он не чувствует смерти. И смерть не может коснуться его, потому что смерть — это всего лишь страх того, что ты теряешь то, чего потерять не можешь никогда. Приведу вам один пример. Одна моя знакомая, у нее очень возвышенный муж. Жил в святом месте, я лечил этого человека. Но его лечить, вылечить было невозможно, он болел в последней стадии рака. Просто она попросила помочь, я помогал. В один момент, когда уже должен уйти из этой жизни был, он попросил свою жену: «Слышишь, звонит телефон, пожалуйста, дай мне телефон». Она говорит: «Но он не звонит». Некоторые скажут: «Предсмертная галлюцинация». Но вы сейчас услышите, что это за галлюцинация была. В галлюцинациях людям правду не говорят. Она ему дала телефон, все-таки он настаивал. И он говорит: «Да, мой учитель по телефону». Представляете, его учитель уже давно из жизни ушел. Он говорит: «Я все понял». И когда он положил телефон, она спросила: «Кто тебе звонил?» Он говорит: «Мой духовный учитель мне звонил». Она говорит: «Но он уже ушел из жизни». Я говорю: «Я не знаю, я слышал его голос». «И что он тебе сказал?» Он сказал: «Готовься. Очень-очень скоро ты вернешься ко мне. Ты не должен сейчас ни о чем думать, только молиться. Тебе не надо ни кушать, ничего. Просто молись, и все. Время пришло». Это его слова были. На следующий день он всю ночь в молитве находился.
На следующий день, где-то, когда уже наступило утро, солнце взошло, он позвал жену и говорит ей: «Посмотри, как красиво все вокруг». Он начал видеть духовную реальность. Он говорит: «Да все как обычно». И он говорит: «Да ты что?» У него глаза просто сияли. Она говорит: «У нее сияние из глаз шло». И он говорит: «Посмотри в окно, красота какая!» Она открыла окно, смотрит, говорит: «Да все как обычно». И когда она это сказала, она увидела перед собой человека, у которого вот так вот в счастье, в радости раскрытые глаза, и он в это время оставил уже этот мир. Вот с такими вот глазами. Как вы думаете, он испытал смерть или нет? Для таких людей нет смерти. Пытайтесь это понять. Просто понять, для чего нужна человеческая жизнь. Для квартиры, машины. Или вот для этого. И тогда ваша жизнь наполнится счастьем. Это не значит, что не надо машину, квартиру. Пускай будет все как есть. Но только находите себе время чуть-чуть в жизни хотя бы. Заниматься самым главным. А самое главное – это то, вот, о чем люди говорили. У меня сердце раскрылось, мне хорошо стало. У меня спокойствие внутри. Я чувствую победу. Это еще начало. Вот они еще не знают, что будет дальше. А дальше будет вообще много интересного. Если они продолжат делать то же самое, то тогда будет много интересного в жизни, о чем можно поделиться, но уже лекция закончится в это время. Мои хорошие, и в целом, как бы, в целом лекция-то заканчивается. Осталось 15 минут всего. И я надеюсь, вы не зря потеряли время. Вот эта тема преодоления стресса, она читалась мной много раз, и она всегда читается по-разному. Поэтому вы можете послушать еще эти лекции, узнать ее подробнее. Лекции можно скачать в интернет бесплатно, потому что просто набирайте Тарсунов лекции, и вам выйдет тысячи вариантов бесплатного скачивания. Скачивайте, слушайте. На Ютубе очень много лекций, на нашем сайте. Слушайте дальше. Я когда 20 с лишним лет назад начал заниматься самосознанием, я слушал лекции целыми днями и ложился с ними спать вместе. Надеюсь, что у вас происходит то же самое. Поднимите руку, у кого происходит то же самое. Значит, у вас в жизни все нормально. А если вам скажет кто-то, что нет, не слушайте его. Живите дальше так же. Наполняйтесь. Я вам сейчас расскажу три стадии победы над судьбой вот в связи с этим, с получением знания. Первая стадия называется наполнение. Человек, как знаете, как цветок, цветку нужна вода, он слушает, и через уши он наполняется. Это первая стадия. Вторая стадия – это перемены. Он начинает видеть, как у него все меняется в жизни благодаря этому слушанию. Отваливается все ненужное, получается все нужное. И есть еще третья стадия. Это желание не слушать уже. Ну, слушать желание остается, а чирикать. Человек начинает молитву, начинает свою внутреннюю жизнь. Сам уже начинает продуцировать энергию победы над судьбой. Это третья стадия. Введите эту третью стадию в свою жизнь пораньше. Делайте это как чувство долга. Просто придет время, и вы сможете почувствовать счастье молитвы в полной степени. Сейчас мы сделаем проще. Просто в радиорубке могут погромче включить голос, который все время поет. Еще можно громче, прям нормально. Ага, вот так вот, хорошо. Я сейчас вам расскажу о голосе возвышенного человека. Небольшой анализ проведем.
Этот голос, он проникает в сердце, он очень мягкий по природе, проникновенный. Этот голос, он по природе добрый, и он звучит, как плач. Когда человек думает о Боге очень интенсивно, то его сердце наполняется разлукой. Он чувствует разлуку с Богом, и его голос звучит как плач. Но так как в этой разлуке очень много счастья, поэтому этот голос также имеет огромную силу, дающую счастье в сердце. Несмотря на то, что он плачет, все остальные испытывают счастье. Этот голос поет только о Боге, он никогда не поет о себе. Я сейчас взялся немножко смелости с этим человеком вместе пожелать всем счастья. Хоть это не моя духовная традиция опять, параллельная. Рядышком тоже ведическая. Это уникальная личность. Он до сих пор живет в Индии. И он не читает лекции. Он, видите, рассказывает, но в песне. Он вот сейчас поет, и он говорит при этом, понимаете? Он рассказывает о Боге, о духовной жизни. Люди находятся в состоянии необыкновенном. Я когда съемки видел, вот эти видеоролики, его зовут Винод Агравал. Найдите Винод Агравал, найдите записи, посмотрите видео, вы увидите нечто потрясающее. Человек плачет, когда поет. Люди все вокруг тоже такие плачут, счастье находится необыкновенно. Настраиваемся на голос. Мы слушаем голос, повторяем: я желаю всем счастья. И кланьтесь чему-то святому в своей вере, именно в своей вере, в своей духовной культуре. Вспоминайте святость, можете наставника своего вспоминать. Но мы в одном настроении все это делаем. Настроение этого человека сейчас, да? Это же не противоречит вашей духовной культуре. Настроение может быть общим для всех одно какое-то, как одна волна, мы на одной волне. Но кланяйтесь святому чему-то в вашей традиции, в вашей вере. Если у вас нет веры, то просто желайте всем счастья, слушайте голос. Но если вы загадаете сейчас кому-то помочь сильно, как вчера, помните, когда у вас сильно все получится, захотите кому-то помочь сильно сейчас, это будет здорово, сильно. Меня не надо загадывать, я прошу вас, да. Кого-то, кто нуждается в помощи, я сейчас не нуждаюсь, нуждаться скажу. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Спасибо.
Все сели прямо. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, удачи, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам большое. Всего доброго. У нас есть цветы. Я хочу также сделать небольшое объявление. Не расходитесь. Я хочу представить вот этот центр еще раз, открытие. Пожалуйста, приходите к ним. Там ребята, которые, девчата, которые слушают мои лекции. Там есть клуб «Благость». Собирайтесь вместе. Если вы не будете собираться, то не сможете сохранить все, что накопили здесь за эти три дня. Вот рекламки у всех есть. Посмотрите. Есть рекламки, да? Вы знали? Да? Ну все. Вот это мое объявление. Сейчас у нас цветочки дальше. Кто-то должен...